Любимая многими юмористка в этом году встретила 67-й год жизни. Никто не мог предположить, что после стольких лет совместной жизни и творческой идиллии отношения супругов дадут трещину. Бракоразводный процесс длительное время был поводом обсуждения почти для всей страны, а сама юмористка пропала с телеэкранов. В настоящее время она ошеломляет своих поклонников изумительной внешностью и снова радует их своими выступлениями в новом амплуа. Что могло стать причиной такого восхитительного преображения, можно было только догадываться. Но все тайное становится явным и уже не скрывается ни от камер съемочной группы, ни от зрителей. Любовь преобразила очаровательную Елену Григорьевну до неузнаваемости. Трудно представить, что осталось всего лишь 3 года до юбилея, когда ей исполнится 70 лет. Потрясающая внешность, совершенно другой образ и постоянная улыбка на лице говорят о том, что она себя чувствует молодой и безумно счастливой. В ее личной жизни наступил период романтических отношений с цветами и ухаживаниями нового воздыхателя, который надеется покорить сердце прекрасной Елены. Но она не торопится принимать какие-либо кардинальные решения и, позабыв своего прежнего супруга и сценического партнера, выступает сейчас как самостоятельная творческая личность с интригующими новыми программами. Все это случилось после судебных заседаний, связанных с разводом, что привело к определенным финансовым потерям. Продолжительный период работы на сцене позволил собрать достаточно крупную сумму денежных накоплений, судьбу которых Елена Григорьевна уже определила. Все свое тепло и любовь, по причине отсутствия собственных детей, она отдавала дочери Евгения Петросяна, заменив ей в раннем детстве мать. Несмотря на то, что дочь бывшего супруга Викторина уже достаточно взрослая и живет самостоятельно в Америке, они поддерживают очень теплые отношения, как самые родные люди. Поэтому наследница многомиллионного состояния уже определена, что стало потрясающей новостью для поклонников и ее коллег по шоу-бизнесу. Викторина очень хотела, чтобы Елена Григорьевна переехала в Америку на ПМЖ и много раз ей это предлагала. Но юмористка, несмотря на появившееся желание, в определенный момент уверенно отказалась от предложения. Она любит своих зрителей здесь, в России, и знает, что ждут встречи с ней на концертах ценящие ее отечественные поклонники, которые желают ей здоровья, женского счастья и творческих успехов на долгие годы.